сейчас мы в Боливере на автограф-сессии знаменитого исполнителя Украины Дидзю. Мы сейчас спускаемся, чтобы задать ему несколько вопросов. Для панди, лучше для панди. А для... кому? Панда, панда, панда. Панди! С парнями только что зашли в секс-шоп. Блять, как это звучит, Галима. Ну да, мы все-таки побывали в секс-шопе. Я так завелся, пиздец. Увидели кучу пиписек, увидели кучу всего-всего-всего. Вот. Мне там не очень понравилось. Вот этот долбоёб позадрачивал продавщицу. В общем, чувак, ну, я такой. Ну, блядь, ну хуй, он ты походу видел там какие зеклички? Он уже вынюхал кого-то. Чувак. Панда в Харькове, нахуй! Я ехал на этом ебучем поезде больше не знаю сколько. Машенька опять в Харькове. И встретили хорошо. Пошел ты нахуй! И вот уже никого нет. И вот мы с Машенька одни. Все свалили, все бухие были. Я себе растянул тоннель второй. Паша, Паша, у тебя все ебало в квадратиках. Твою мать. Блять, Паша, что делать? У тебя все ебало в квадратиках. Ну, четкости добавить. Фокус навести. Нет, не получается, Паша, что делать? Купить iPhone. Точно.